Всем привет, с вами Лев, это возвращение на канал, да, в принципе, это ролик по поискам кнопок, да, это карта, в принципе, которую я сегодня буду проходить, да, в принципе, ну, думаю, так понятно, то, что вот у нас есть уровни, здесь будет, нужно будет искать кнопки, да, но кнопку надо не одну в одном уровне найти, а целых 10. Да, то есть это, ну, достаточно много. В принципе, будем пробовать, да, это такой, можно сказать, с какой-то стороны тестовый ролик, потому что... А все потому, что я здесь буду тестить некоторые моменты, то есть там в плане качества ролика и так далее. То есть я буду пробовать, экспериментировать, да, еще немножечко побаловаться с настройками. В принципе, у вас заметного ничего не будет, только кроме того, то, что здесь интерфейс стал поближе, да, то есть я специально это сделал, потому что я хочу, чтобы вы к этому привыкли. Буду пытаться с таким интерфейсом теперь снимать. В принципе, мне достаточно удобно, надеюсь, вам тоже будет так удобно смотреть. Но, в принципе, я, если что, всегда играл с обычным, стандартным, да, но, в принципе, он удобен для мини-игр, а так, в принципе, все остальное можно записывать с большим. Короче, это вообще не важно, я не записывал ролики уже больше месяца, да, в принципе, ну, если что, нажимать надо на табличку, да, но я сейчас сразу хочу еще кое-что сказать, то, что я не знаю почему, это либо ошибки, либо вообще другой язык, но, смотрите, написано, нужно пройти четвертый уровень, и ладно, только здесь бы, ну, ошибка пройти только, да, не пройти там, ну, поняли, да, то, что везде было бы написано просто... Вот эта ошибка, то есть вот это слово было бы неправильное, а все остальное было бы правильное. Но нет, здесь написано будет во второй части катры. Да, и еще какая-то ошибка где-то была. Это у нас уровни. Ну, короче, ладно, я... Есть такая теория, то, что, возможно, это какой-нибудь украинский язык, да, а возможно, это просто такие ошибки. Я не знаю, может быть специально, может быть не специально. Короче, это не важно, да. Здесь написано 6 по 12 уровень, то, что будет во второй части карты. И если вдруг вам такое понравится, то, конечно же, я продолжу. Короче, будем проходить уровни, нажимая на табличку. Надо именно на табличку, а не на кнопку нажимать. Я, честно говоря, думал, то, что у меня Майнкрафт завис, блин. А на самом деле, блин, надо просто на табличку было нажать, да. В принципе, это хитро и умно, короче, да. В принципе, давайте будем начинать, да. Не записывал очень давно я ролики уже, да. И, в принципе, будем пробовать, да. Будем пробовать, да, в принципе, я специально играю с стандартным текстурпаком Майнкрафта, ну, в стандартном Майнкрафте, чтобы понимать, где эти кнопки находятся, потому что у меня был кое-какой текстурпак на 3D, и там кнопок этих было вообще не видно, да. А здесь хотя бы понятно, где они находятся, конечно, тоже они достаточно незаметны, если честно, да, но вроде, в принципе, я намного быстрее иду, чем раньше шел, да. Я тут этот уровень тестил уже, да, в принципе, ну, по работе, да, то есть как он работает, хорошая карта вообще это или нет. Кстати, я сейчас очень быстро иду, по сравнению с тем, как я тогда шел, это я вообще там минут 10 бегал, блин, пытался что-то найти, но осталось найти всего лишь одну кнопку, и я, видите, как быстро все делаю, это даже хорошо с другой стороны, ролик длинный не получится, но ладно, да. В принципе, ну, что я хотел бы сказать, я уже... Не знаю, как это комментировать. На самом деле у меня была причина, почему я не записывал эти ролики, а все потому, что я был занят, ну, школой, уроками, да. В принципе, сейчас я более-менее смог это преодолеть, так сказать, да. Так, отлично. Я прошел первый уровень. Во втором уровне я уже ничего не видел, что там происходит, да. Я нажимаю, короче, думаю, то, что вы поняли, то, что вот у меня была школа, и поэтому я... не мог просто-навсего записывать. Да и, в принципе, я стримил в феврале, да, 3 стрима записал. Ну, в принципе, это не скажу, что прям много, да. Окей, в принципе, что еще можно сделать? Что еще можно найти? А у нас здесь одна кнопка. Хорошо, мне показалось, что две кнопки. Хорошо, да. Этот ролик, наверное, получится действительно каким-то нестандартным. Я уже разучился комментировать и так далее. Плюс у меня еще болит горло. Оно прямо вот сейчас у меня как-то побаливает, и поэтому я сейчас говорю еле-еле. Сколько здесь? 10 кнопок, да? 10 кнопок, как и в принципе в том уровне. Так, здесь вроде ничего. Так, давай нормально искать. Все, давай нормально зрение делай. Отлично. Так, ну одна кнопка, это, конечно, хорошо. Но их должно здесь быть вообще намного больше.
Например, посмотреть куда-нибудь на пол, посмотреть внимательно, нашел кнопочку. Отлично. Не скажу, что это прям самая интересная карта, но она действительно неплохо сделана, и тем более под новую версию. На новых версиях я еще не играл, да, не записывал карты. Но, короче, сейчас будем возвращаться, да, в принципе, опять же, наверное, расскажу про летсплей. В принципе, он уже практически готов, я еще нашел вчера модов, да, на него, и поэтому сейчас я их поставлю, буду тестить еще, а потом уже начну записывать это все дело, да. Так, и есть еще кнопочка, так, отлично, и сколько, 7 из 10, так, но я хотя бы их начал находить, это уже, в принципе, радует, но... В принципе, да чё, но в принципе все хорошо, потому что, видите, я их достаточно быстро начал находить. Только где? Где еще? Вот здесь, по-моему, было что-то или нет? Здесь, по-моему, я уже нажимал. Так, смотрим внимательно каждый уголок. Да, вижу. И последнее. Где-то, скорее всего, на полу. Вот она, собака. 20 очков. Прекрасно. Все, идем к третьему уровню. Блин, на самом деле я немножечко это самое растерялся уже, да. Ух ты, вот это прям вообще четкий уровень. Смотрите, все зеленое, прикольное такое. Так, отлично. Есть одно. Смотрим сразу же здесь. Смотрим внимательно. Внимательно. Блин, я, конечно, таким особо никогда еще и не занимался. То есть, чтобы прям целую карту под кнопки проходить, этого я еще не делал. Да, в принципе, ладно, когда ты проходишь паркур, а потом надо найти одну кнопку, да, или дропер какой-то, а здесь конкретно карта только на кнопки. Да, в принципе, так сказать, я учусь, короче, проходить такие карты с кнопками, находить кнопки, потому что, блин, это не так уж и просто. Хотя, в принципе, чему здесь учиться, я не знаю. Так, ну тут что-то же должно быть. Так, 5 есть уже, отлично. Ну, достаточно быстро идем. Этот уровень еще поменьше вроде. И здесь можно побыстрее их найти. И света, кстати, побольше. Это тоже, кстати, плюс. Так, главное смотреть всякие дырки. Вот эта, например, дырка, она вообще непонятная. Я вроде здесь все нажимал уже. Тут нету кнопок, то есть это обманка, походу. Но выше, например, вот там дырка. И вот я там, по-моему, еще не был, да. Возможно, здесь тоже что-то можно найти. Так, наконец-то нашел еще одну кнопочку. Надо смотреть в каждую дыень. В каждую дыень, и здесь мы что-нибудь найдем. Блин, на самом деле, я реально, я что-то уже разучился, блин, играть, блин, вообще, как лох. Так, здесь кнопок нету на каких-то этих самых ступеньках. Но здесь у нас точно нету кнопки, это я уже понял, да? Но здесь ее точно нету, то есть я не вижу ее вообще, здесь ничего не вижу, да. Так, ну ладно, в каждую дырочку. И здесь я уже смотрел. Блин, ну правда, я что-то сейчас не могу эти две кнопки найти. Видимо, я такой слепой, то что я не могу ничего найти. Здесь у нас тоже ничего нету на таких всяких местечках. Надо вообще, наверное, подняться повыше, кстати. Вот сюда, может быть, подняться. И здесь, возможно, я что-нибудь найду. Только смотрите, я все равно пока найти ничего не могу, блин. Как-то я вообще, блин... А, нашел. Отлично, есть одна. Так. Ничего. Ничего. Ну, здесь достаточно светло, но, видите, не так уж и... Ва, ты издеваешься, что ли? Она внизу была все это время, капец, блин. Так, четвертый уровень, отлично. Короче, блин, реально сложная достаточно карта в этом плане, конечно. Ну, а чё, кто сказал, что будет прям легко? Найти 5 кнопок всего, нифига себе. Так, отлично. Даже радует, если честно, меня это дело. Так, кнопок нету. Но я не думаю, то, что здесь будет прям легко, если тут карта примерных размеров, как и прошлое, да, ведь у нас всего лишь 2 кнопки осталось. Я не думаю, что их будет прям сложно найти. Но кто знает, блин. Не так уж и все просто, как может показаться. Так, есть четвертая. Есть четвертая. Отлично, да. Короче, вот она кнопка. Да. Это было очень быстро, если честно. Я, наверное, минуту потратил. Да. И последний уровень. Это у нас такая красная комната. И она, охереть, какая гигантская. 8 кнопок найти. Отлично, одну вижу. Охренеть, ты... Охренеть! Я охерею, нихера себе комната, блин, увеличилась в 3 раза, блин. Капец. Или даже в 4. Смотрите, это реально можно целые прятки на этой карте устроить. Я не знаю, кстати, хорошая идея.
Хорошая идея, возможно, я что-нибудь такое сделаю. Яна, неплохая идея. Смотрите, реально взял, спрятаться. Здесь вполне можно как-то спрятаться, да. Особенно если ты там, не знаю, прятаться в виде блоков каких-то будешь и так далее. Так, это у нас выход, отлично. Нет, слушайте, а не так уж и в принципе и сложно, но просто она масштабная, и из-за этого как бы становится, ну, как-то страшнее, что ли, да? А на самом деле ничего особого такого страшного и не происходит, да. Так, я в самом внизу, я нашел кнопочку, да. Отлично, да, и где еще? Что-то пока что очень мало. Здесь я уже был, здесь, по-моему, ничего не было, я не помню уже. Так, мне интересно, как вот сюда попасть? Вот там, короче, есть проход, типа, в комнату темную. Но там нет прохода. Нихера себе. Я здесь уже раза 4, наверное, был. Да. И случайно нашел кнопку. Это, конечно, радует, с одной стороны. Но с другой, ты понимаешь, что, блин, каждый блок, это, блин, может быть кнопка. Во-первых, я здесь бегать лучше не буду. А то я как-то, видите, так бегом бегаю, да? И из-за этого я могу пропустить кнопку. А мне этого не надо. Мне как можно быстрее, так и лучше, да. Чтобы ролик длинный не был, да? Да и, в принципе, действительно, зачем вам длинный ролик? В принципе, это, как сказать, это такой ролик, как бы, получается. Он не получится каким-то супер интересным, я думаю. Но я не знаю, как вам это понравится, не понравится. Ребят, я потерял надежду уже, блин, на то, что я найду кнопку гёбаную, блин. Это реально что-то как-то грустно, блин. Где кнопки-то, люди, алё? Чё я такой, блин, этот самый, блин, слепой? Или их здесь нету, может быть, это обманка гёбаная. Ну, вряд ли, реально, я не думаю, что здесь нету кнопок. Это тогда уже вообще совсем, это уже вообще охренеть тогда. Так, есть! 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 Есть кнопочка, наконец-то, спустя минут 5, наверное, или 3 минуты, сколько прошло, не знаю. Ну, как бы, действительно, я долго прям хожу-хожу, и как бы найти кнопку не мог. Но мне нужно найти последнюю, а это будет, наверное, еще сложнее. Я просто не представляю, где ее найти, понимаете? Достаточно большая эта карта. Я не думаю, что это будет совсем сложно, но я думаю, что я сейчас минут 10 потрачу на поиски ее. И это действительно, ну, немножечко грустно, потому что, блин, я хотел как-то все побыстрее сделать, да? В принципе, чего я хотел, блин? Называется, хотел, так сказать, начать с чего-то простенького, да, на канале. В виде такой карты, да, просто по поиску кнопок, да. Но кто знает, возможно, вам это очень понравится идея. И я попробую повторно в следующий раз что-нибудь подобное записать. Да, например, вторую часть, если она выйдет. Или какую-нибудь другую карту по поиску кнопок. Блин, я тут уже, блин, каждую дырку пытаюсь найти. Просто я делаю по-умному. Я сейчас реально пытаюсь каждую дырочку посмотреть, обсмотреть. Есть ли тут что-нибудь. Но пока я ничего здесь не вижу. Так, стоп. Так, это подозрительное место. Блин, мне пока... Я, блин, подумал, что здесь кнопка. Капец, блин. Подстава, блин. Я, блин, реально что-то подумал, что там кнопка, блин, уже. Я что-то нажать, блин. А, блин, нету кнопки. Реально, у меня, блин, уже начинает это самое, блин. Все, я уже начинаю тут все путаться. Мне уже начинает казаться то, что тут какие-то кнопки есть, хотя их нету. На самом деле, они реально сливаются с блоками. То есть, как бы, тут даже, наверное, не в плане там того-то, что ты там, не знаю... Слепой или еще что-то, а просто они сливаются, да, действительно. То есть, как бы, ну вот здесь, понятное дело, что ничего нету. Слушайте, а дух, правда, нету кнопки, блин. Что-то я уже начинаю, блин, думать, то, что кнопки, правда, нету. Конечно, возможно, что, ну, реально, это, скорее всего, вряд ли. Ну, как бы, блин, реально, я уже все, я тут уже каждый уголок просто пытаюсь обсмотреть. Вот я уже наверх тут сходил, наверху точно нету. Внизу, в принципе, ну, здесь я был. Понятное дело, я уже, в принципе, везде был. Возможно, надо сходить куда-нибудь опять в какую-нибудь ямку. Не знаю, вот сюда. Но здесь я тоже был, это я помню. Да. Видите, здесь ничего нету. То есть, как бы, получается то, что я просто я сейчас трачу здесь время. Ну, точнее, не просто зря, ну, как бы, блин, это... Я вроде, смотрите, хожу-хожу, блин, а все равно ее найти не могу. Я реально, я уже начинаю верить в то, что ее здесь нету просто на все.
Капец! А меня не будет телепортировать? Почему-то очков 42 осталось. Ну, то есть не 43 стало. Чё за херня? Чё это значит, я не понимаю. Это типа все, конец карты, или мне надо еще одну кнопку найти? Это было фальшивое, блин. Ну, хотя, в принципе, там было написано 8 из 8, поэтому... Я не знаю, короче, блин, в принципе, вроде, я насколько понял, мы уже все это дело прошли. И здесь выхода нету. А знаете, почему здесь выхода нету? Потому что я, когда тестил эту карту, пытался вводить гейммод 1, там, и так далее. И мне писало то, что... Ну, короче, мне выдавалось режим приключений. То есть я не мог креатив себе включить и так далее. Поэтому я здесь застрял навсегда. Кнопку я нашел, только выхода у меня теперь здесь нету. Поэтому, ребята, я буду здесь доживать свои оставшиеся дни. Поэтому же новых роликов не ждите. Вот она, новая причина. Но это шутка, если что, была. Да. Я надеюсь, такого не будет. Да, потому что если такое будет, то это будет вообще, блин, весело. Да. Короче, ребят, у меня появилось много идей новых, интересных. Поэтому ждите новых роликов. Они будут не через 2 недели. Я постараюсь как можно раньше сделать новые ролики, да. Ну и, в принципе, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, там, ставьте лайки и так далее. Буду восстанавливаться на YouTube и так далее, да. И скоро будет новый как раз летсплей, да, который я уже почти готов. Я думаю, еще месяц и все, уже точно. Короче, на этом все. Всем спасибо за то, что вообще смотрели это видео и так далее, да. В принципе, короче, все, лайки ставьте, все дела там, да, типа оп, ой, я чуть не сдох. Короче, всем спасибо, всем пока, все, удачи, goodbye, motherfucker. Я пошел монтировать этот ролик и потом это самое, типа новые тоже когда-нибудь снимать. Там и стримить я скоро буду, да, тоже обязательно, да. Да, да, вот, типа, все, goodbye, motherfucker, да, короче, как обычно, goodbye, motherfucker, все, поняли, да, все, goodbye, все, goodbye, motherfucker, короче, да, все, до свидания.